Менять надо все, прежде всего, начиная с, не то чтобы с ПДД, правила у нас не такие плохие, они мало отличаются от европейских. Менять надо правоприменительную практику, то есть то, как эти правила трактуются. Там, где этот случай произошел, перекресток крайне плохо организован. Нет ни светофора, и он так выстроен, что довольно трудно соблюсти все эти самые правила. То есть можно делать, расставлять дорожные знаки по уму, чтобы было удобно ездить, а можно их расставлять так, чтобы ловить водителей и выстригать с них деньги. Так вот, ситуация, мне кажется, в том, что не так плох закон, как плоха практика его исполнения, как плоха практика обслуживания дорог. Они слишком узкие, они не снабжены где надо светофорами. Полиция далеко не лучшим образом себя ведет. Ну, а про водителей говорить не приходится. Конечно, то, что 20-30 тысяч смертей в год на дорогах, причем в значительной части по случаю пьяной езды, или пьяный попадает под колеса, или пьяный вел машину. Ну, о чем здесь еще говорить? Я думаю, что строгостью наказания здесь проблему не решишь, скорее только успокоишь психологически себя, что ты ужесточил наказание, соответственно, вроде как решил проблему. Нет, дело не в ужесточении, дело в последовательном правоприменении. Полиция должна работать корректнее, дорожные службы должны работать лучше, и тогда они имеют право предъявлять претензии к водителям, которые тоже должны ездить лучше. Так что, мне кажется, здесь нельзя сказать, что кто-то один виноват. Это вообще вот наша манера отношения к жизни.